Всем привет! Продолжаем проходить Звездных воинов. Моя последняя точка сохранения. Меня он чувачочек, робот ждет. Мне, кстати, дали робота вон он сверху. Типа мне, я так понял, надо за ним бежать. Вон. Вот хранилище, о котором говорила Церы. Там тот, кого я должен найти. Так, добраться до хранилища. Понял. Чувачок, куда идем? Р2-шечка. Типа сюда, что ли? Или вон туда? Сейчас посмотрим, что у нас здесь. Есть идеи? Надо как-то преодолеть это пространство. Оп-оп, обогнал. По тросу? Вау! Ты знал, что это сработает? В смысле нет? Так. Вот еще одна точка локации сохранения. Оп, открылась. Светлее стал. Так, что, нам он туда, что ли? Так, а там что? Я понял, но мне бы хотелось тут кое-что осмотреть. Интересно. Нет, наверное, туда пока не пойдем. Во. Видимо, заблокировано. Точно, закрыто. Походу, нам в эту сторону надо идти. Осторожнее там! Выглядит опасно. Тут прямо как на свалке. Оба, нифига себе. Что такое? Держись, бедняги, я иду! Еще один. Все. Отлично. Какие-то неопознанные зверьки тут были. Так, вон он, роботик. Мне типа надо вон сюда. Способностью, что ли, надо остановить. Вау, фига себе, круто. Эй, да ты храбрец. Как ты? Эй, могу помочь. Чувачка ранили. Что скажешь? Оп. Ладно. Односинеглазый, ага. Робот. Так. Щуп слегка поврежден, но... Я поставлю тебя на ноги. Так, вставай. Вот как? И я в хранилище иду. Чё, у нас одна дорога? Сперва надо как-то отсюда выбраться. Персонализировать свой световой меч. Апгрейд, что ли? Оба-на. Материал, муфта, переключатель, эмиттер, цвет. Эмиттер. Все заблокировано. Переключатели заблокированы. Цвет. Давай зеленый сделай. Прикольно. Так, чё это? Беди, я здесь не пролезу. Не переживай, я выберусь отсюда. Тесно, но попробуем.
Удерживайте, чтобы подсветить окружение световым мечом, понял? Эти лианы куда-то ведут. Надеюсь, выдержат. Ага, значит, по лианам надо куда-то. Такс. Ага, электричество, блин. Способность не работает. Да, я в норме. А? Исцелить. О, да меня этот чувак... Это что, Стим? Хилит. Ты полон сюрпризов. Мне лучше. Хороший дроид. Так, вторая попытка. Что ж, так, взбирайся. Нам в ту сторону. Так. И как ты здесь очутился? Не помнишь? Мне не встречались забывчивые дроиды. Понял, на F5 не поспоришь. Он может лечить. Это хорошо. Так, а вон там что за ящик? О, ящик! Надеюсь, джедаи не против поделиться снаряжением. Нормально, он там шрудит. Что это? Получен новый эмиттер Энна Корда. Кордова. Вы можете менять деталь святого меча на верстаках. Оснащен один из них. Но они также встречаются. Понял, короче. Надо будет вернуться на верстак потом. А, я понял как. Так. Тормознем этот вентилятор. Эмиттер. Во. Энна Кордова какая-то. Что-то с ним сделал. О, у меня есть вещи новые. Все отлично, все переоделись. Идем. Так, я так предполагаю, мне надо наверх, мне надо опять залезть. Угу, сюда и наверх. Хотя, что там? Нет, это я оттуда пришел. Нам нужно вон туда. Я чувствую. Все, я понял, я тоже это чувствую, что похоже, куда нам надо. Вау! Великий раздел. Ладно, я гляну. Типа я здесь не пройду. Так. Кто у тебя? Беди один. О, еще один ящик. Ну-ка, шнурок, куда полезай туда. Что нашлось? Получен новый материал панчо. В меню паузы можешь сменить панчо. А, белый. Все, сменил. Это одежда. Так, надо перепрыгнуть.
Так, хорошо. Туда типа прохода нету. Но здесь что-то другое есть. Что такое? Кто-то хотел добраться до хранилища с помощью этого. Понятно. Так, мне вот сюда надо. По катушке, блин. А! Блин, а там как-то спрыгнуть можно было вон туда, что ли, или нет? Бежим! Быстрее! Нет, не работает. Это что тут? Вон там эта жаба. О! Нет, я думал, она свалилась, охренеть, бежим! Нам вот сюда надо. Охренеть. Фига, у них сразу сколько здоровья снимает, если сверху. Давай, давай, гоу, гоу, мочи его. Отлично. Спасибо. Так, вон туда надо. Как, блин, туда только попасть? Понял. Значит, нам сюда дорога, значит, нам сюда дорога. Что у нас тут есть? Какие подводные жители? Что такое? А? Проверим. Эй, беди один. Там что-то есть? Там, походу, что-то... Что-то, что-то за знак? Оба-на. Они все туда бегут. Я тоже так могу. Эх, ни хера себе. Еще? Это не просто учитель. Круто учитель. Да, путь труден. Порой кажется, это невозможно. Но упорство и сила помогут преодолеть любые преграды. У тебя все получится. Так, теперь двигайся ко мне. Как двигаться? Подбегите к рельефным стенам и запрыгните на них, чтобы бежать по ним. Хорошо, круто. Теперь доберись до меня. Я смог. Упорство и сила и правда помогают. Просто вспоминаю старые трюки. Круто. Все, я тогда понял. Как нам дальше действовать?
Так, я могу бегать по стенам. Тут что ли подъем? Понял. Все, понял. Туда еще рано. Так, я понял, теперь у меня есть боковая пробежка, поэтому все теперь стало понятно. А вот и чемоданчик. Погоди, это что-то полезное? Ну что там, сучок, ты нашел? Новый переключатель светового меча. Отличность. Так. Тихо-тихо, самое главное не свалиться. О, фига. А, это лифт, все, понял. Охренеть. Так. Вон там кто-то есть, можно с ними попробовать подраться сейчас. Эх, нихера себе, там дракоша тоша. Вот это жучище. А это жучище. Похоже на дракона. Ребята, нихера вот тут. Все, всех завалил. Посмотрим. Вон еще есть. Так, надо. Можешь мне помочь? Стало лучше. Неужели я сейчас к дракону поднимусь, к этому? Все нормально. Взломаешь? Жаль, что щуп-адаптер сломан. Но дать отпор тому богату, ты храбрец. Сучка, надо починить. Ты нашел будет что-нибудь, бедяди? Новая муфта светового меча. Да ладно, не говорите, что сейчас придется бежать по стенам туда. О, ну ладно, погнали. Так, отлично. А вот я и на месте. На перегонки? О, держись! Это еще не конец. Ладно, ладно. Ты бы все равно выиграл. Наверное. Заодно отдохнуть можно будет. О, сейчас очко навыков прокачаю одно. Так, что теперь можно прокачать? Увеличивает максимальный запас здоровья. Давай-ка мы здоровье увеличим. Thank you.
Так, взаимодействие. Оп, что здесь? Снова сканируешь? Надписи какие-то. Вон еще что-то. Спасибо. Подношение. Так, хранилище, чё, в путь? Нам туда. Так, здесь тесно. Впечатляет. Точка сохранения, что ли? Что такое, беди? Отлично, незнакомец. Тебе удалось пройти испытание и получить доступ к хранилищу и этой записи, одной из многих, которые бережет дроид. Я мастер Эна Кордова. Мы не знакомы, но мне известна твоя цель. Судьба Ордена Джедаев в твоих руках. Это место, это хранилище. Бывший храм давно угасшей цивилизации Зеффо. Здесь во время медитации на меня снизошло озарение силы. Видение конца. И я спрятал в храме джедайский голокрон. С именами и координатами детей галактики, чувствительных к силе. Впереди тебя ждет камера хранилища и еще одно испытание. Я могу доверить голокрон лишь тому, кто понимает меня и идет тем же путем. Не говорит, что я буду драться. Найди же гробницы трех мудрецов и научись видеть таинство силы, как Зеффо видели их. Этот дроид станет ключом к успеху твоего предприятия. Отправляйся на Зеффо. Там ты познаешь мир в эпицентре бури. Удачи, джедай. Да пребудет с тобой сила. Окей, окей, окей. Так это с тобой я должен был познакомиться. Прям в лужу взял, сел. Знаешь, я очень долго был один. Я жил без цели, прятался. Так жить нельзя. Ни джедаю, ни дроиду. Может, Цера права? Может, хватит прятаться? Эй, а хочешь, познакомлю с моими друзьями? Открыт пункт назначения Зеффо. А теперь надо отыскать древние гробницы на Зеффо. Бежим теперь, значит, обратно. Здесь мы дело сделали. Ну и лазейки, блин. Кротовые норы.